Старая игра с однолетней уборка. Наверное, самая оптимальная фаза, чтобы собрать максимально возможный урожай. Есть немножко зеленки, влажность. Понятно, что здесь больше 30%. Но основная масса, она, конечно, уже готова. Потому что осыпается. Здесь уже вопрос, как эти семена довести до кондиции больше. Но я думаю, это не проблема. Вентиляция в умелых руках. Этот ворох превратится в хорошие семена. Всегда. Поэтому это не проблема. С этой влажностью. Вот так вот выглядит райграсс. Урожайность на данный момент больше 2 тонн при этой влажности. Еще один момент, так как райграсс, он лег, это позволило ему, ну, быть в достаточно таком относительно земли спокойном, да, таком состоянии, то есть не двигаться, не дергаться, не шевелиться, не тереться, то есть не терять семена. И это как бы то, что он полег, это может быть даже и хорошо. Представьте себе, что если райграсс будет колыхаться, он будет осыпаться, биться друг от друга, то есть будет потери. Колоссальные потери для райграсса это